Мы сейчас с вами в конструкции, при которой у нас полосы становятся все чернее, чернее, чернее. Это связано с большим количеством событий, про многие из которых я писал в книжках своих, предупреждал, говорил и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что рецепт не поменялся. Не то, что я произносил до, не то, что сейчас. Наоборот, он стал более значимым и более актуальным. Мир входит вот в такую чудовищную турбуленцию, и каждый из нас оказывается один на один со всей этой безумием окружающего мира. И только абсолютно безмозглый человек может этого не чувствовать. И если вы чувствуете вот эту звенящую тревогу во всем происходящем, то есть два пути. Оказаться в ряду тех, кто впадает в эту общую панику, друг друга начинает этой паникой инфицировать, начинает злиться, начинает совершать какие-то действия неправильные. А есть те, кто говорят: так, секундочку, значит, все очень тревожно. Но последнее, что нужно, это то, чтобы я находился в тревоге. Как мне себя организовать? Как мне себя простроить для того, чтобы, несмотря на все это нарастающее безумие, я точку опоры держал, я мог справиться с любыми вызовами. В конце концов, жизнь не заканчивается, она будет продолжаться. И важно, чтобы она продолжалась, если не по моим правилам, то с учетом того, что мне нужно и важно, и чтобы я мог это сохранить. И вот эта внутренняя простройка, это сейчас, такой прямо вызов. Кто пройдет, тот станет сильнее. Кто не пройдет, могут быть самые неприятные развития событий. Но я надеюсь, что инструмент у меня есть. Осталось его воспользоваться, и в этот раз я его делаю максимально, как говорят, нативным. Никакой теории, практика, практика, практика. Интересная, познавательная, раскрывающая вас для самих себя и дающая жизненный ресурс, который сейчас так необходим.